показать. Я в гербухиной шапке, потому что мы гуляли сейчас в Авиане. Холодно так. Я говорю, я задрыгла вообще. Просто нереально. Набрала косметики кучу. Красивая была только в первый день. Все остальные дни было не до того, не до грибов. Вот хожу, как мать родила, как говорится. Вот, то есть в натуральной красоте хожу. Вот тут наши другие соседи, сейчас покажу. Вот там. В общем, окружены французами. Куда ни плюнь. Все, ребятушки, наверное, захожу домой отогреваться. Кофе сейчас буду пить, может, сниму вам что, ладно? Все. Писушки. Ну вот, ребят, смотрите, что у нас сейчас тут творится. Осень. Осень, какая осень, февраль. Что-то впечатление, как будто осень. Дорожка. Пойдемте туда выйдем. Если тут кто-то уже, наверное, выходил, потому что тут открыта калитка у нас. Видите, открыта калитка. И вот выходим. Тут посидеть можно у нас. Креслица стоит. И вот наша речка. Прям сразу. И такие ступеньки к речке. Прикол? Ну, я вам показывала. Вот. В общем. Ну вот, вот туда она впадает в Женевское озеро. Класс, да? Ой, зацепилась. Ну все, вот там сейчас нас пригласили на поесть. И вот сейчас мы пойдем в гости к нашему соседу кушать. Может, винишко нальют еще. Я что-то сегодня так намерзлась, прям сил моих нет. Вообще задрыгла. Сейчас домой приехали, прямо с дорогой душой. Ну, опять зашла домой и думаю, блин, надо видео снять. Завтра утром уезжаю, уже, может, завтра будет некогда. Вот. Там пень мой. И вот, видите, эти арабы насажали летом. До сих пор торчит эта вся сухая поросль. Тут фруктовые всякие наши. Сирень вот это бывает по весне. Вот это они оставили. Видите, тоже такой, здесь были какие-то красивые цветы, но вот сейчас их нет, нас нет, и все вот так поросло, черти как. Черти чем. Столик наш, где летом в хорошие времена мы чаи гоняли. Опять же жезлонг. Моя кухня. Вот там гербуха. Что-то там делают уже. О, фотки смотрят. Это то, что мы сегодня наснимали. Они перекидывают фотки, видно. Ага. Ну вот, ребят, видите. Занимается народ. Кто чем. Вот. Но это вообще не смотрите. Это лодка соседа. Это тут какие-то, я даже не знаю, какие-то машины здоровущие тут поставили нам. Ой, первый театр. Ой-ой-ой, мама дорогая. Так, вот этот сарай наш с дровами. А вот это столько машин, тут я даже, честно, за 3 дня не заметила. Вот, ну эти работают, работают. Мужички-то деньги зарабатывают. Ну вот, вот березка. Там тоже наш домик, вот за этой живой изгородью. Тоже наш еще один домик, мы так его отделили, ну тоже под сдачу, куда все, в общем, видите сами, да, вот так вот так, там иногда родственники живут наши тоже, ну там знакомые, когда приезжают. Вот, ну вот он наш домик. Так, еще раз вот так, сейчас выйдем за ворота. Ворот вот тут, так все тут у нас сделано. Соседи французы, я вам рассказывала. Ну и все, и вот выхожу один на дорогу. Все, пошла обратно в тепло.